Опущение почек. Что надо делать? Опущение почек. У нас почки находятся в тазу. Знаете, тазик, который в бане, когда мы моемся, там веники запариваем или там руки моем, голову, да? Вот тазик. Вот точно такой же таз у нас есть внизу. Он имеет вот такую форму, и в нем находятся внутренние органы, в частности почки. Вот, если этот таз кривой, то у нас какая-то из почек может быть опущена ниже и так далее. Причины того, что таз у нас кривой, это неправильное положение позвоночника, искривление позвоночника. Вот. А искривление позвоночника, в свою очередь, появляется из-за неправильного положения первого позвонка. Ну, то есть начинается. Поэтому исправляем первый позвонок, делаем массаж, чтобы исправить уже позвоночник. Ну, массаж обычный. Вот. И после этого укрепляем мышцы живота, спины. Делаем гимнастику для того, чтобы мышцы в тонус пришли и почки ваши вернутся на место.